Тюменские школьники спели о войне. В областном центре проходит конкурс «Битва хоров». Тематика творческого испытания – песни 40-х. Так, сегодня состоялся смотр лучших хоров в гимназии номер 83. За три отборочных дня жюри прослушало более 40 песен о сражениях и мужестве. Потому что она такая грустная, красивая, потому что она напоминает нам о памяти павших на войне.